Всем привет, с вами снова «Время обзор». Взвешивание и фотографирование трофея на карповой рыбалке – это один из самых ответственных и в то же время полной сложности процессов. Чтобы упростить его, компания Nautilus выпустила собственную сумку и мат для взвешивания. Сегодня мы расскажем о них. Начнем мы, пожалуй, с сумки. Сложности появляются уже с того момента, когда мы заводим рыбу в подсак. Если она окажется достаточно крупной, перетаскивать ее до мата будет сложно. Поэтому сразу лучше завести ее непосредственно в сумку. Так вы сможете уложить плавники вдоль тела и обеспечите себе удобный хват при транспортировке. Благо, сумка достаточно крупная, ширина ее составляет 120 см, а глубина 70 см. Как видите, она снабжена сетчатой структурой, через которую легко будет уходить излишняя вода после того, как вы поднимете сумку из воды. Сумка сама выдержит вес 10, 20 или даже 30-килограммового трофея. Все дело в том, что ручки прошиваются через весь корпус переноски и берут на себя всю нагрузку, как стропы. Поэтому сумка не рвется под весом трофея. Взвесить сумку можно двумя способами. Для этого у нас предусмотрены веревки с стальными кольцами, а также те самые ручки, которые мы используем для транспортировки. Какой вид удобнее для вас, выбирайте сами. Что касается взвешивания, здесь у сумки есть одно большое преимущество. Она не перевешивается в одну или в другую сторону. Эта проблема характерна для прямоугольных моделей, так как там вес распределяется по всей ширине сумки. Если вы в ней будете взвешивать крупного карпа или тем более белого амура, то во время трепыхания он перевесит переноску влево или вправо. В сумках Nautilus скроено углубление, которое сковывает трофей и не дает ему перевешиваться то в одну, то в другую сторону. Сумка раскрывается одним движением. Для этого достаточно потянуть за ручки в разные стороны. Две молнии по бокам разойдутся только от этого движения, и все, вы можете уже отпустить рыбу в воду или положить таким образом сумку прямо сразу на мат. Не придется перекладывать ее. Что экономит нам время, и это бесценно на соревнованиях, где каждая секунда дорога. Если просушить не удалось, не беда. В комплекте с сумкой идет чехол, который не пропускает влагу, а также неприятные запахи. Просто упакуйте ее внутрь, сложите, киньте в машину, а разберетесь с этой проблемой уже дома. Компактность – еще одно достоинство сумки. Ребра жесткости здесь складные, их можно уменьшить в два раза, и то есть длина сумки получится всего лишь 60 см. В диаметре она будет иметь каких-то 5-10 см. Соответственно, она гораздо меньше, чем ее аналоги, и это удобно при транспортировке. После того, как мы изловили рыбу, с ней, конечно же, хотелось бы сфотографироваться. Или необходимо дождаться судью, чтобы ее взвесить. Как правило, ее размещают на мате, и компания Nautilus предложила свой собственный мат. Он имеет размер 130 см на 90 см. Внутри он имеет мягкие элементы, которые, не позволяют травмироваться рыбе. В основной части это поролон и мягкие шарики в бортах, которые не позволяют рыбе выскочить из мата. После того, как вы отфотографировались с вашим трофеем, то рыбу можно отпустить непосредственно с мата. Для этого на мате имеются ручки для транспортировки, основная ее часть покрыта слоем неопрена, чтобы не натирать вам из-за большого веса. Сам по себе мат не тонет, поэтому вы его не потеряете в процессе отпускания. Но это один из удобных способов, как доставить рыбу до воды и там ее отпустить, то есть экономить время. Сам по себе мат изготовлен из нейлона, он имеет гладкое плетение, которое не травмирует рыбу. При этом он достаточно легко чистится от той же самой слизи и не впитывает в себя запахи. В конце рыбалки он очень быстро сушится, соответственно, вы можете положить его в машину уже сухим и не испачкать ее. На этом все, что касается аксессуаров для взвешивания рыбы. Они просты, они удобны для взвешивания. Ими сможет пользоваться как рыболов, который только начинает свой путь в карповой ловле, в то же время их смогут использовать и рыболовы-профессионалы. Они отлично экономят время и позволяют быстро оперировать с рыбой. Большое спасибо вам за внимание, удачных вам рыбалок и самое главное, берегите рыбу, ведь если у нас не будет крупных трофеев, мы больше не сможем испытать по-настоящему огромное удовольствие от их вываживания.